Вот моя запеканочка получилась, какая красивая. Пахнет обалденно. Яблочки. Такая вкуснятина. Сейчас он чуть-чуть подостынет, я его переверну. И покажем, что там с другой стороны. Но пахнет уже обалденно. Привет всем. Бегу домой, отработала уже. Кстати, сегодня хорошая работа такая была. Прям хорошенечко так. И сегодня у нас жарко. Погода такая. Прям вчера вечером, ночью даже. Горячий-горячий. Ну, вот он сейчас есть. Ой, и вот опять шорты одели. И босоножки. Вот такое у нас море суперское. Сейчас поедем домой. Кушать и все. Да? Автобус едет, но я успею еще. Не, мне до машины еще идти минут. Минуты три. За это время он спустится. Ой, ветер прям даже стоит приятно. Вчера был холодный. Завтра у меня тоже опять уже в 10 записана там одна женщина. Так что начинаются работы. Хотя день уже от пройден, вечером же все равно нет. Дома сижу. А сегодня мне Оля подружка придет, мы ее будем стричь, будем красиво ее делать. Хотя она и так красивая. Вот, красоту ты ее ничем не испортишь. А потом мы с ней пойдем спортом заниматься. То есть ходить. Вот так вот. Такие у меня планы на сегодня. Мы уже дома. Этот на стреже. Есть буду вот эту. Салатик себе заделала всякие разные. И вредные сосиски с киноа. Чия. Киноа. Лечо. И салат. И все. Так что всем приятного аппетита. Кстати, я вам... Вот моя запеканочка внутри какая. С яблочками. Ну, вид, конечно, не презентабельный. Я ее там это... Надо доработать, как короче. Вот. Но вкус... Сейчас скажете, все у меня не обалденно. Нет, не все. Но это очень вкусная запеканочка. Кто вот... Ну, кто любит стряпать полезную еду, очень вкусно, полезно. И вообще, правда, вкусно. Кто любит именно творожные такие вот штуки. А я пойду чай, попью чай. Что-то у меня сушняк какой-то. Сейчас ко мне Оля придет, мы с ней будем красоту наводить. Вот. И еще, наверное, с ней чаю попью. Чего нам чай-то не пить? А я пока вот с этой вкуснятиной буду есть. Ну что, будем готовиться к приходу. Время уже 5-6 час. Она придет ноготочки делать. Пойду лампу отнесу. Я ее несу так опасно. Сейчас она у меня сорвется, блин, и полетит в тартарары. Моя лампуся донесла. Вот, лаки у нее все есть. Я просто хочу ей показать, потому что у нее все есть. Ой, мои. Лампа, лаки, хераки, все это есть. Я просто хочу ей показать, что это все делается легко. Не нужно никаких навыков каких-то, тем более это раньше там спиливали, подпиливали. Вот. А сейчас ничего этого не надо делать. Все это наносится, как обычный лак. Так, кто-то мне вот занят. Наверное, она и звонит. Да. Да. Ну, сейчас открою. Оля пришла. Как я вовремя, да? Ай, какая я вовремя. Ай! Не знаю, нажала, не нажала. Нажала. Но... Ту аки. Но...
Все, все, скандал устроил. Закрывай дверь. А я прям как раз лампу достала, говорю, сейчас Оля придет. И это, давай. Не будешь делать? Че? Я принесла лампу, давай вышли. Не, а что сейчас? Чали, ясно. Все. Нет, мы сейчас все сделаем. В общем, мы будем делать дела. Научишься, мы тут чаек пьем с моей запеканочкой, яблоки там у меня. Чаек, ногти делаем, все на одном столе, как поросята. Собаки тут у нас бегают. Нам осталось только... Ну ничего. Ну сотри, он же не... Мог. Конечно. Повтори, Оля. Нет, ну правда же вкусный. Вот, видишь, не калорийный, нифига ничего. Угу. Вот. А то испугалась. Обалденно. Мы просто все худеем. После... Все худеют на лето, а мы худеем на зиму. Пиво, тапы, море. Это летом. Пиво, тапы, море. Угу. А зимой запеканки безалкогольные, хотел сказать. Без этого. Без калорийные. Яблочки эти, печеные. Чай с сахарином. Да, так худеть можно. Вот. Если это правда. Какие результат? Обалденный результат. Вот, пожалуйста, я же не вру. Красавец, красавец. Оля у нас тут. Ну-ка, Оль. Ну ты встань так, не вставай криво. Ой, ну красавица, что ты. Вот это вот. Конечно, непривычно. Так. Ну, естественно, что непривычно. А как ты хотел, у тебя длинный был? Но зато очень красиво. Ну посмотри на меня. Буду ждать скорее. На меня прям. Буду ждать, чтобы скорее вырос. И опять свой любимый хвостик делать, да? Нет, чтобы ты мне сделал с двух сторон одинаково. Тогда это все равно не будет такой эффект смотреться. Будет. Не будет. Не надо мне такой эффект. У тебя растут волосы быстро. Все-таки не люблю я их, все эти экстравагантности. Креативные, да? Ну, будешь креативной. Ну, спасибо, Ксюшечка. Будешь креативной. Так что гулять пойдешь сейчас? Ходить? Обязательно. Вот так вот. Нет, ходить пойдешь пешком? Посмотрим. Я не знаю даже. Да время тоже поздно. Может, я сейчас за лаком пойду. И... За палками домой, что ли? Да. Ну, все, уже за два уха залепила. Все, уже по-своему сделала. Ну, так замучишься ходить, кстати. Вот, если вот так вот постоянно... Нет, а ты потом вот просто растряхни его. Ну-ка, убери со второго уха. И нормально, как будто вот как ты обычно делаешь. Да даже из этого убери. Вот так. Вот так вот. Ну, вот это я так. Посмотрю, что там, как я буду делать. Ты уже просто, как обычно, без укладки, ну, без всего. Да. Видишь, вот уже. Ну, повернись. Видишь, уже оно по-другому смотрится. Ужас. Да где ужас-то?
Классно. Ты ничего не понимаешь? Не, я ничего не понимаю. Я ничего не понимаю. Если вот так сделать. Так, ладно, я мы сейчас тоже пойду сейчас за лаком. Да? Мяти-гати. И пришла я. За лаком ходила в мою парикмахерскую. А тут вот такое счастье меня ждет. Вот такое счастье меня ждет. За чучами. Да, чучи. Чучи, кому дам чучи? Чучи, целый ящик у нас есть. Чучи есть. Какие? Печеньки им дам. Такие печеньки у них есть. И на кровать жрать. И это поросенок тут. Сожрет. А другой на кровать полетел. Фу, жарко на улице, пипец. Время 8, а жарище. Страшно, кстати, надо это накладное отсюда взять. Беру вот такой лак. От Шварцкоп. Мне он нравится. Вот. Хорошо это. Волос держит. И знаете, он таким сальным, жирным не становится. Вот сейчас пойду переодеваться. И в душик схожу. Что-то я пошла за лаком и вся запарилась. Прям вот запарилась. Так, это нет. В сумке кошелек надо. Чаю отпились. У меня прям сушняк от этих сосисек. Сосисек. Сиськи-пиписьки. Ой, мамочки. И сушит воды. Надо попить, потому что чай мы выпили с Ольгой. Я аж две кружки. Столько пить нельзя чаю. Так что вот так. Такие у нас планы на вечер. Включаешь телек, там одни ураганы. Бушуют ураганы везде. Америку нафиг смывает всю. Блин, люди бедные. Как там они живут в страхе, так я бы, наверное, умерла бы от страха. Чай себе сделаю, ромашку, чуть желудок. Нехти у меня сегодня. Чаю, наверное, перепила. Хотела сварить... Вернее, потушить капусту на завтра. Что-то неохота. Запихаю в мультиварку. Голубцы у меня там в морозилке валялись. Лежали, нашла я голубцы. Я думала, у меня щи есть. Я щи замораживаю, прикиньте. И как новенькие, как такие же вкусные достаю. Но, к сожалению, у меня их нету. Все съели, так что надо еще уже готовить. Я щи не умею готовить на двоих, поэтому получается большая кастрюля. Вот, ну мы как русские варим, ух, лоханками. Я вообще не понимаю, как можно щи варить в маленькой кастрюле. Туда пока мясо напихаешь, там уже получается целая кастрюля. Так что, а для двоих, ну что, тем более, как бы испанцы, они не едят целую неделю одну и ту же пищу. Вот, да, ну, в основном все такие, знаете. Моему мужу нужно чуть ли не каждый день что-то разное. А так заморозил, через на следующую неделю достал и опять. Хе, новое блюдо. Но нет у меня щей замороженных. Так что, зато у меня есть голубцы замороженные. Запихаю в мультиварку. Замешаю, что там, кетчуп. С чем бы его замешать-то? Я обычно с вот этой вот... Штука мешала, сейчас у меня его нету. Молоко такое, сгущенное без сахара. Но у меня сейчас его нету. Тогда, наверное, знаете, с чем смешаю? У меня есть вот такой сыр. Он полужидкий. Вот, и я его, наверное, смешаю с кетчупом. Будет у меня такой соус. Разбавлю водичкой и залью этим соусом в мультиварку. На режим какой? Может быть, на тушение поставлю. И рис сейчас варю. И будет у нас рис с голубцами. Так что вот так. Придется только прийти с работы и кушать. Вуаля! Так что вот так. Время уже позднее. Сегодня начинается программа «Большой брат». Я тут подсела на программу «Большой брат». Вы прикиньте, я помню в России, когда 100 лет назад, сейчас, по-моему, уже нету, был «Большой брат», но я как-то не смотрела. А это на работе. Клиентка, какая не зайдет, вся она про этого «Большого брата», про этого «Большого брата». Блин, думаю, да что же за «Большой брат» такой?
И лет 7 назад включила, и знаете, так одно, один день, второй день, блин, и подсела. Вот теперь смотрю этого большого брата. Он где-то 3 месяца идет, потом начинается большой брат VIP со всякими звездами. Вот так, потом начинается этот остров. Короче, смотри, не пересмотри. И вот сегодня начинается новый сезон. Ну так, знаете, интересный, как бы, так, времяпровождение. Мне нравится все посмотреть, как люди живут, так ненавязчиво. Вот, так что он сейчас в 10 начнется, я буду смотреть. Интересно, вчера было так такое, ну, показывали немножко и оттуда, что там будет. В общем, по испанскому каналу, я люблю испанский смотреть каналы, интересно. Я все люблю смотреть, что интересно. Ну, а на сегодня, наверное, будем с вами прощаться. Кстати, в чай сейчас мед добавлю. Мед есть. Вот, и до завтра. Всего вам хорошего, спокойных снов или приятного дня. И спасибо, что вы со мной, что смотрите меня. Ставьте пальчики, если нравится. Если не нравится, тоже ставьте пальчики. Ну, вдруг сегодня не нравится, а завтра понравится. Кто знает. И все такое.